Сегодня состоялось заседание исполкома Альянса. Он был образован в 80-м году, и первое заседание прошло в Австрии. С тех пор делегаты ежегодно собираются во всех крупнейших европейских футбольных странах. В России впервые. В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Программа симпозиума включает в себя выступления специалистов на самые актуальные темы, связанные с развитием футбола в мировом масштабе, широкие профессиональные дискуссии, практические занятия. Обычно на заседании Альянса два человека от страны, но поскольку это домашняя встреча, то делегация российская в расширенном составе. Завтра в работе симпозиума с российской стороны примут участие министр спорта России Виталий Мутко, старший тренер сборной России Сергей Балахнин, главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хамуха и другие. Сейчас вот будет дан толчок, у нас первенство мира, и если мы не бросим свой взгляд на развитие детско-юношеского прежде всего футбола, мы никогда не добьемся. И не надо зацикливаться только на 2018 году, потому что дальше будет продолжаться жизнь. Дальше будут развиваться события. И, конечно, если так положу руку на сердце, объективно сказать, что мы в 2018 году выиграть чемпионат мира вряд ли сможем, но сделать какой-то шаг для того, чтобы достигать дальше успеха, мы просто обязаны.